Доброе утро, друзья! Выходим с вами на утреннюю пробежку. Занимаемся спортом. Присоединяйтесь. Ну что, Москва, лето, дождь небольшой, примерно плюс 20 градусов. Не очень холодно, но и не очень жарко. И мы собираемся на пробежку. И побежали. До парка примерно 13 минут. Бегом. It's about 13 minutes to the park. While I'm running, by the way, пробежка, it's running or jogging. While I'm running, I'm going to name almost all the objects I see and you see. Сквер. Слева дорога, справа дорога. Это не бульвар. Бульвар больше. А это сквер. О, дождик. Деревья. Trees. Итак, на часах почти 12. Без 5:12. Зебра. Переход. Машина. Еще зебра. И еще один сквер. Продолжаем бежать. We continue to run. Цветы. Flowers. Поворачиваем налево. We turn left. Снова дорога. Зебра. Поворачиваем направо. We turn right. Автобус. Лужи. Дорога. Машины. Cars. Road. Дорога. Cars. Машины. We have turned left. Мы повернули налево. Бежим прямо. We are running straight. Машины. Cars. Красная машина. Red car. Лужа. Do you see it? Лужа. Половина пути позади. Halfway is behind. Дорога. We cross the road. Мы пересекаем дорогу. И поворачиваем. Поворачиваем налево. We turn left. И осталось около 5-7 минут. I have left about 5-7 minutes to run. Сильный дождь. Heavy rain. Парк. Мы почти на месте. We're almost there. Друзья, мы на месте. Посмотрите. Прекрасная спортивная площадка. Это тренажеры, на которых мы с вами сейчас будем заниматься примерно 30 минут. Сейчас 12 часов 15 минут. Или четверть первого. Итак, приступим. Ну что, тренировка закончена. The workout is done. Дождик тоже закончился. The rain has stopped as well. И мы бежим домой. We are running home. Thank you.
Итак, на часах 12:45 или без 15 час. Через 15 минут мы будем дома. We'll be home in about 15 minutes. Oh, my dear friends, by the way, друзья, кстати, по дороге домой я буду называть предметы только по-русски. Теперь уже по-английски я ничего не буду говорить. On my way home, on our way home, I will name objects только по-русски. Only in Russian. Let's train. Дорога. Машины. Маленькая дорога. Дорожка. Детская площадка для детей. Поворачиваем налево. Бежим прямо. Машины. Еще машина. Лужа. Много воды. Лужа. Поворачиваем направо. Друзья, как видите, сейчас 10 минут второго, 13 часов 10 минут, и я уже дома. Дождь закончился, вышло солнце, хорошая погода, тренировка закончена, our workout is over, пока! Мой кот тоже передает вам привет.